Добро пожаловать в мультик «Три часа в сценарии. Новое существо разработчика». Подпишитесь на канал Мультиплеер, а мы сейчас начнем его обзор. Итак, чтобы купить существо разработчика, вам необходимо нажать на грибы, выбрать вкладку «Dev Creatures». Смотрите, вот у нас этот разработчик, в честь которого сделано это существо. Ист, он 3D-моделлер. Любит глайдеры и то, что летает. Если вы нажмете на красную кнопку Try, попробовать за грибочки, вы получите существо на одну жизнь, сторот. Если нажмете зеленую кнопку, вы купите существо навсегда за робоксы. Вы покупаете вид существ за 400 робоксов. Давайте смотреть его. Самец от самки отличается. О, смотрите, какой у него воротник. Выглядит круто. Вообще, это необычный цветочек такой. В Т-позе закрытые глаза. Интересно. Давайте его смотреть дальше. Острый. Это Бизу. Посмотрите, как он идет. Мотается хвостом. И мотает своей шеей. Идет круто. И посмотри. Он моргает! Он моргает! О, это крутое существо, анимации у него классные, ходьбы, и он еще и моргает. Давайте смотреть другие анимации, ну это круто. У него действительно хвост такой крючковатый, ну и вообще, как у асы пчелы. Мне кажется, что это что-то похожее на Безу все-таки, Бизу. Ну и еще что-то добавлено, вообще круто. Итак, анимации. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Анутил – прирожденный обманщик. Собирая клады блестящих предметов и процветая за счет меньших существ, их скорость ставит их на шаг впереди. Анутилы – грязные воры и любят таскать блестящие предметы или драгоценные камни. Умеют трясти хвостом, как гремучие змеи. Способны заворачиваться в крылья, когда спят под водой. Создатель Анутил пошел на множество похожих на лепестки форм. Ничего особенного. Он хотел просто убедиться, чтобы существо выглядело так, как будто он может погружаться под воду. Вот чем это вдохновлялось. Редизайн Анутила был, по сути, первоначальным редизайном, но более глючным по запросу ИСТ. Однако жуки для вдохновения были атласный жук и саранча. Хвост и некоторые части лица также навеяны гремучими змеями. Это третье существо, у которого нет крыльев на первой стадии роста. Первое Мамола, а второе Шияра. Также это второе существо, у которого есть моргание, анимация моргания. Первое существо это Горгоничес. Индейка, если вы помните. Посмотрите на эту превосходную анимацию поедания чего-либо то ни было. Это очень круто. Он и глазами закрывает, и головой так дергает, и ушами. Это прям реально как будто бы живое существо. Вот это вообще круто. И плывет как, посмотрите. Вообще здорово. Анутил – это существо 4 уровня, хищник, all-terrain, вездеход. Здоровье 3000, урон 170.
Скорость 24 ходьбы, бега 72, 27 полета, вес 2800, выносливость 100, аппетит 60, поворотливость 4, амбуш 1.25, время роста 32, ночное видение 3 из 3, защита от кровотечения 15%, ослепительная вспышка, обтекаемость и токсин 2 единицы. Вот такое крутое существо. Напишите в комментарии, что вы думаете о нем. И подпишитесь на канал Мультик Плеер. Желаю вам удачи и пока-пока.